Привет, друзья, с вами Андрей Давид, Кюх.ру, и у нас сегодня такой, покупать или нет, LG X Venture в 2018 году. И вы знаете... Да что о нем рассказывать-то? Вот топить надо. Ну а теперь можно сделать обзор этого телефона. Погнали. Но в принципе, да, по идее, он вот этого все не должен бояться, потому что это один из не очень многих таких защищенных прям телефонов, которые позиционируют именно вот как защищенный от разных межных воздействий. Как думаешь, кому этот телефон может пойти, прежде всего? Спасатель, да кто угодно. Потому что он же защищен еще официально от LG по военному стандарту США, как и флагман. Поэтому людям профессии, которые там столевары, полицейские, рыболовы, охотники. Да и детям, наверное, которые детям... любят бить, топить телефоны, можно такой, наверное, тоже рассмотреть. Дети любой телефон, мне кажется, раздолбят. Чего сказал? Поэтому большого смысла, наверное, нет. Ну, в общем, да, когда-то, на самом деле, LG очень много денег вкладывал в том, чтобы эту штуку продвинуть, но сейчас как-то по телефон подзабыли, в то же время, честно говоря, действительно конкурентов у него очень много. Да, G6, как бы флагман и мощнее, и камера получше, но все-таки он безрамочный, и автономности здесь нету. Да и сразу пройдемся по сильным сторонам этого аппарата, помимо самого своего влагозащищенности и устойчивости к ударам, здесь есть еще интересные плюшки. Во-первых, большой аккумулятор на 4100 мАч. Экран не такой большой, поэтому смартфона должно хватать вам дня на 1.5-2. А особенно если уходите куда-нибудь в лес, то лучше включить энергосберегающий режим, их будет хватать еще дольше. Есть здесь и быстрая зарядка, правда, через microUSB. Здесь есть еще и NFC. И, в принципе, вполне неплохая камера на 16 мегапикселей. Другое дело, что да, честно говоря, вот, к сожалению, не получилось никак выделиться. Да, стоит камера на 16 мегапикселей, и плохой назвать ее я точно не смогу. Ну и хороший точно. Знаете, такая удовлетворительная камера. Она очень даже неплохо снимает днем. Мне на самом деле очень понравилось, вот как она снимает детализация и цвета ее днем. В данном случае стоит процессор всего лишь Snapdragon 435 и 2 ГБ оперативной памяти. Честно говоря, это мало, особенно учитывая, что в эту цену этого телефона можно купить и 4 ГБ оперативной памяти, и намного мощнее процессор, и, наверное, даже камеру помощнее. Но вот так, чтобы все сразу совместить, и ну, достаточной по мощности процессор, и нормальную камеру, и в приличной автономности еще углозащищенность, такого, к сожалению, нету. Поэтому, честно говоря, конкурентов этого телефона, ну, кроме особо китайцев, так можно сказать... Что с ним происходит? Он какой-то странный. И, кстати, мы сейчас проведем интересный эксперимент. Как видите, он у нас находится в воде, поэтому мы берем телефон. Ага, все, пожалуйста, он отвечает. Нажимаются кнопочки, и причем я обращаю внимание, что это, опять же, один из совсем уж немногих телефонов современного времени, у которого не сенсорные кнопки на экране, под экраном, здесь они механические, да, здесь в центральную кнопку встроен датчик отпечатка пальца, причем очень неплохого качества, слева кнопочка назад, справа вы открытое приложение, ничего не отжирается от экрана, и можно нажимать даже под водой, если вы где-нибудь плаваете. Пожалуйста, все, телефон у нас просто вот так вот взяли, отряхнули, или чем-нибудь... Вытерли? Нет, не будем, да, наверное, кофту вытирать. Ну, в общем, в принципе, вот так вот телефон взяли, вытерли и пошли дальше использовать. Как много телефонов так могут? Вот этот телефон может. Итак, друзья, мое мнение об этом LG. На самом деле, конечно же, продают его за не очень большие деньги, учитывая то, что здесь водозащита, ударозащита, да еще и модуль NFC. Далеко не каждый телефон на рынке может похвастаться таким набором, учитывая его цену. По водозащите, как вы поняли, проблем вообще никаких нет. По внешнему виду... Но забавно видеть такие огромные рамки, пусть это и водозащищенный телефон, но он такой. Знаете, бывают телефоны водозащищенные, которые как-то брутальные, что ли, какие-то. Вот со спинки вопросов нет. По-своему даже интересен и красив, и не скользкий. А с лица, конечно, телефончик неказистый. Возможно, вы со мной не согласитесь, но я говорю то, что вижу. А так, главное для меня водозащищенных телефонов, это чтобы он не был скользким. Этот со спинки не скользкий, и это важно. Процессору, возможно, кто-то подумает, фу, 435 Snapdragon, отстой какой. Не спешите, несмотря на то, что здесь Full HD разрешение, это много. Обычно с 435 процессорами HD идет. Конечно, ребят, вы не запустите танки на максимальных, здесь пойдет вообще 18-20 FPS, это очень печально. В тяжелые игры на нем поиграть очень тяжело, не нужно. Нужно ставить минимальные настройки или средние. Но справедливости ради, работает достаточно шустренько, и вы не будете чувствовать, что вы взяли какой-то телефон тормозной. Нормально все будет работать, вполне на уровне. В целом, за эти деньги, наверное, ничего и не найти лучше. Здесь нормальный, в принципе, экран, хорошая автономность.
нормальный процессор Snapdragon. Кстати, под GPS и GLONASS Snapdragon хорошо работают, все без исключения. В лесу не потеряетесь. Есть такое слово «годнота». Наверное, если не брать внешний вид во внимание, то вполне себе годный смартфон. У меня все. А еще в этом телефоне есть такая интересная оранжевая кнопочка вот здесь на торце. И, в принципе, она предназначена только для одного. Сюда можете повесить различные дополнительные функции. Например, чтобы не залезать в какое-нибудь меню, чтобы включить фонарик, можете повесить надолго нажатие фонарик, и он сразу включится. По умолчанию здесь открывается так называемая работа, так называемая активность LG. И это телефон, который сразу открывает вам компас, барометр, считает количество шагов и... Как много телефонов, опять же, умеет это делать? В общем, в лесу с этим телефоном тоже нужно постараться, чтобы заблудиться, и нужно постараться, чтобы его утопить. И поэтому, если вам нужен влагозащищенный телефон с приличной автономностью, нормальной камерой, ну а производительность вам не так важна, и при этом вы не хотите платить больших денег, как обычно флагманы стоят защищенные, то, пожалуйста, LG X-Venture будет для вас определенно вполне неплохим таким выбором. Поэтому помните про этот телефон. Если вам интересно, сколько этот телефон сейчас стоит, и посмотреть полные характеристики, по ссылке под видео вы все это найдете, там же можете приобрести. Ну и, конечно, комментарии под видео пишите. Если у вас уже этот телефон есть, напишите, что вы об этом телефоне думаете. Я думаю, всем будет интересно про это прочитать. Если у вас какие-то вопросы есть, тоже пишите, мы обязательно на них ответим. На этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, Давид. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если это еще не сделано. Скоро будет много других телефонов, в том числе и топить тоже.